Привет, друзья! Меня зовут мистер Какашка, и я сегодня буду выступать со своим другом. Привет, мои хорошие! Меня зовут Толкин Хуан! Да-да-да, это я! Котяра, который восстал из ада! Смотрите, у меня все здесь в крови! Так, мистер Какашулик, тебе слово! Итак, смотри, мы сейчас с тобой сравним эту игру. Видишь, вот так я вот сплю, вот так я просыпаюсь, вот так я хожу по комнатам. Ну смотри, с одной комнаты я могу выйти в другую комнату. Понимаешь? Вот смотри, это моя ванна, туалет. Да, я делаю какахи прямо на унитаз. Апс, это мини-игры, в которые я играю. Я думаю, что ты, Хуанчик, тоже любишь мини-игры. У меня их две. Одна похожа на твою. Хоп! Да-да-да, мистер Какашуличек. У меня тоже есть мини-игры. И одна точь-точь такая, как и у тебя. 100%. А вторая это крутые такие лодочки. Но вот смотри, это точь-точь как у тебя. А лодки я люблю больше, чем летать между вот этих вот зеленых труб. О, вот это они, вот это мои любимые. Ну, не всегда получается, не всегда получается тут управлять. Ну ладно, давай перекусим. Я люблю такие гамбургеры. Вкусный-вкусный, буррито вкусный. Я от них так хорошенько делаю такие какашечки. Ну просто космос какашечка. Космос, вкусняшка, да купим. Так, яды я не куплю сегодня. Не куплю, потому что у меня не хватит бабосиков. Просто-напросто бабосики, лавандосики. 990 бабосиков у меня нету. Смотри, какой вкусный клубничка красный. Иди сюда, в мой ротик. Да, мистер Какашулик, вижу. Но смотри, как я сплю. Это не то, что у тебя. Я просто в воздухе парю. Сейчас я проснусь и покажу тебе свой душ. Вот такой вот у меня душ. Я могу вот так мылом помыться. Намылиться, вернее. И душиком себя все смыть. Понял? Понял, мистер Какашуль? Ребят, ставьте лайк. Ой, какой вкусный яблочко. Хуанчик, ну я вообще мне не до тебя, если честно. Люблю пожрать нормально так. И посрать потом люблю здорово. Ну ты понимаешь, ты же видел, какой у меня красивый унитаз. Это же просто шедевр. Туда мои коричневые какашули просто залетают на ура. После яблочек, клубничек, гамбургеров. О, это просто пушка. Вот такой вот у меня есть зал. Короче, я тебе тоже покажу кое-что. Я иногда купаться тоже люблю, чтобы мои какахи не были коричневелыми, прям коричневелыми. А можно сделать их светло-коричневелыми. Ты понимаешь, о чем я? Ребятки, ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Talking Tom Вадимки. Ну вы понимаете, Вадимка старается. Да, друзья, тараканы очень вкусные. И Вадюха реально старается, поэтому ваша задача обязательно поставить лайк этому видео и подписаться на канал. И обязательно, ну короче, если умеете писать, прокомментируйте в комментариях. Ха-ха-ха, а я выпью яд. Ох, ваше здоровье, ребятки! Йо-хо-хо!